Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan men Rahmon Rustam. Demak do'stlar, sherlar jangi va nihoyat bu loyihani amalga oshirish uddasidan chiqdik. Juda ham ko'p qiyinchiliklar bo'ldi. To'g'risini aytsam, vaqt, finansiy juda ko'p qiyinchiliklar. Hamma komandaga rahmat. O'ylaymanki, bu qiyinchiliklarni sizlar to'g'ri tushunib, hozir shu yerda kommentariyada qo'llab-quvvatlaysizlar. Like qo'yib, o'zingizlarning fikrlaringizni yozasizlar. Bu do'stlar sportni propaganda qilish, sportni rivojlanish uchun aynan ushbu loyihani, ushbu katta loyihani boshlashga qaror qildik. O'ylaymanki, hammasi mo'shni chiqadi. Bugungi bizda 20 ta para bor. Ko'pchilik lyubitel, ko'pchilik professional. Qatnashmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz ham juda ham ko'p edi. Demak, liga do'stlar boshlandi. Bu boshlanish turnir. Demak, har oy biz turnir o'tkazamiz, xudo xohlasa. Pop MMA o'zbekcha stilda. Bunaqasi yo'q hali. O'zbek YouTube'da yo'q. Главный приз $3000 aytib o'tganini. Demak, mana oldimda Ivan. Здорово, Иван. Здорово, спасибо, Рустам. Представься, откуда ты? Как ты появился на этом шоу? Конечно, сейчас. Меня зовут Иван Шалдов. Я музыкант White Mamba, плюс все города. Вот. И хотелось бы объявить начало завораживающей битвы, в которой останутся лишь самые стойкие и храбрые претенденты на главный приз турнира. Это львиная битва. Это веб-шоу в стиле поп-ММА. И мы готовы начинать эту битву. Всем отдельно спасибо комментаторам, судьям. Демак, судьяла, дослав, хамасы, профессиональные судьяла. Демак, уртада разногласия бы масли гучу, без айна судьяларды, так ли вкладик. Ты можешь представить тогда? Главный судья нашего турнира – Смирнов Александр Сергеевич, президент Лиги боевого самбо северо-западного региона. Боковой судья – Грибков Евгений, судья международной категории. Рефери – Балалов Владимир Анатольевич, почетный мастер боевого самбо, судья международной категории, официальный рефери Союза ММА. Судья-хронометрист – Матвеева Софья. И наш врач – это Горбачев Александр. Шу джумладан, дослы, я набыр нарсанайт мохчума. Айнан шу проектке өзіні қысасыны қойшкан командага, Наджминнака, Нодрака, Пахлавон, Оға, Али, хама-хамайлага рахмат. Я набыр кичкене одамны қолдырып кеттік. Абдуллока, Аделіна рахмат. Демак, бу проекты, бу инсонларды ярдамсыз кылмардык. Хама болла өзүнүн кыссасын кошкан, алдына рахмат деп колама. Демак, достор, көп сөз өтүрмөйбүз, байетлер чакырабыз. Демак, азыр эң кичкене вес, 57 весте байетлер чакырабыз. Шу билан бир каторда айтып коймокчумун ки, мана шу лигага келип қатнашаман деп, өзіні қысасыны қойшатқан болы, үже үткен болы. Хайотты немандыр өзгәртіріш үшін, өзіні хайотын немандыр өзгәртіріш үшін, значит, өзгәріш керек. Озыр күнді, Өзбекистонда көпчілік білады, ММА спорт түрі рывожланы бор япты. Демек, шу ММА-ға бөген мұхаббатымыз янады күчайтіріш үшін, байетсіларды чақырамыз ба, лигамызды намазға старт берамыз. Демак, 57 веста, 22 ёшли, Хоразымнан, Өзбекистондан, Тулиев, Зохджон чакырамыз. Меня зовут Инкерев Артем, я являюсь на данный момент тренером Талиева Захида. Вот, он пришел ко мне около полугода назад тренироваться. Сразу понравился мне на первой тренировке, такой целеустремленный парень, старается очень хорошо, работает, не жалеет себя на тренировках, пашет. Вот, видно результат, то есть на соревнованиях участвуем, хорошие результаты, первые места. В общем, как бы, я думаю, закатит отличный, хороший бой, и победа будет за ним. Я в него верю, он красавчик. Can
Мес, халам алейкум, адам сахахик. Харазм намме, шо спортай, хаш, хахтамна, физикаман, шо спортбен театрма. Питерен, айянаме, учил олды, учил ламбер тиновкетаме. Питерда торт свехтешиме, иштенкин, пошахтам, поза тиновкет прама. Demak do'stlar, ikkinchi ishtirokchimiz Jo'rayev Bobur, O'zbekistondan, Sherobotdan, 22 yosh, 57 vez. Jo'rayev Bobabek, O'zbekiston, возраст 22 года. Встречаем. Бабабек, фамилия Джураев. 2018 декабр ойы Россия киендим. Россия кеп, шо спортзалы қатнашып юрадым. Ва Рустамаган историясын кузатып юрадым дойма. Өзбек YouTube тарихыда шейлер жаңын болады дегенде, ушене қатнашы қарар қылдым. Ва Рустамакаға мұражат қылдым. Рустамака мұражатымды қабыл қойдым. Я Хаджимурат Пуртиев, чемпион мира, чемпион Европы. Жораев Бабабек Абдуллаоглу в данный момент тренируется под моим руководством. Уже 3 месяца он ко мне на тренировку ходит, под моим руководством тренируется. Такой стабильно ходит на тренировку, и тренировку он не пропускает. Есть желание, думаю, у него все получится, пока молодой. Вот. Самое главное желание у него это есть. Иншаллах, вот скоро у него бой. Думаю, он покажет хороший, зрелищный бой. И мы желаем ему победы, и чтобы он выиграл. Вот. Так что скоро будет бой. Будем болеть за него. Всем ассаламу алейкум. Бабажан, Худо халаса, яхши тайяргарлик кыляпты. Яхши волник, яхши греплер, ММА, яхши хамасы Худо халаса, өтады ниет, бойдан өтады деген үміттамыз, яхши жайын болады, иншаллах. Дәкілер, бұл мені қатнашымға қаршылық құмады, хамма розы. Россияда стройкада ішлеймін. Сапернігім бізді яхши. Яхши тұрмыш қылған, көрдім. Худо хохласа, жәңге харакет қыламыз ютішке, иншаллах. Аволам бар, бірінші навыта Худо. Насып біз албатта ютішке, албатта күрешамыз. Насып біз чын үректен. Танышларды, отонамды, тренерімді үзіні еш қашан ерге қарқымын, иншаллах. Ringda ikkita o'zbekistonlik. Yana shu narsani eslatib o'tmoqchiman. Sizlar faqatgina ringda bir-biringizga saperniksizlar. Ringdan tashqari do'stlar. Buni esdan chiqarmanglar. Большой середина. Пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем. Головой и локтем не бьем вообще. В затылок, позвоночник, пах не бьем. Коленями и ногами работаем только в стойке, в голову. За перчатки, сетку и шорты не хватаем. Покажите красивый бой.
По углам. Боец готов? Боец готов? Судьи, время. Первый раунд. Бой! Бойцлар хақида бронимизни дейшим қийин, иккисини ҳам билмайман, қандай жанг ўтказади. Қанақа стилда кўрамиз. Ҳоп, биринчи қизил бурчадаги спортсмен лоу кик ўтказди. Чап оёғида яна оёғида удар билан угрожать қиляпти. Яна битта лоу кик яхши. Бобобек пока давление қиляпти. Босым көрсетіпті дейді ма өзбекшасыға чап лоу кик қызыл бүрчәдегі спортсмен Зохид ударкасы йоманмаз аяулары яқшы кечірасы өзбекшада комментирик жетші қиырра опа яқшы 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 Лоу кик сразу чапта каллага Бобобек хушёр туруди. Опа, яхши, яхши. Оёғида жуда ҳам техничный ударларни мўъжалга етказяпти. Тулиев Зохидбек. Отлично. Ой-ой-ой. Хорошо, яхши, яхши, яхши. Оп, оп, оп. Опа, и чё? Да, рубка кетта, рубка. Зарубаться кылып, бир нечто удара откидыш орды. Менимче, Тулиев Зохиджон, дичче, эпчирро, кишлиро харакет кылыпты. Бобобек, перевод кумаш иди. Зохиджон яхши контриска борды. Яхши, яхши, яхши. Зохиджон тепеге чыгып добивать кылыпты. О. Канун бойынша 30 секундтай булады көрсөтүш көтөрүш керек, агар азыр иш канака воокуя хадиш ба көтөрүштү. Чап. Яхшы, яхшы, яхшы. Спортсменлерimiz азгина чарчашканга окшойди. 10 секунд вакыт калды биринчи раундга. Мен хисобим бойынша Зохиджон биринчи раунд уйтты. Агар иш нерсе содир болмаса, жанг тугап калмаса. Стоп! Биринчи раунд тугады. Aziz tomoshabinlar, ya o'zbekcha, ruscha olib boraman. Faqat tini o'zbekcha gapirgani qiynalib qolyapman, chunki baytsovskiy terminlar qiyin. Anchadan beri Peterda yashaganim uchun qiyin bo'lyapti. O'zbekcha deb borish. Hop, low kick. Adzahida. Хорошо, хорошо, Бабаджон. Прессует. Ой-ой-ой, хороший удар в печень, он почувствовал. Да-да-да-да-да. Перевод, молодец. Хороший перевод был. Вот. Бобобек внизу оказался. Бобобек паста. Яна стойка кютарды. Чунки действие бомады паста. Ой-ой-ой, опять еще раз печень. Хорош, хорош. Лишь бы не заиграться. Да, хорошо, хорошо. Перевод еще раз, отлично. Да, да, да. Я шел за. Вот удушающую сулигу олды. Болды, сдача. Молодец, Тулаев Зохиджон. Бу джангда. Рахабыны. Таслым кылды. We'll be right back.
Demak do'stlar, qizil o'g'ildan bug'ib g'alabani qizil o'g'illik uzrman vobще. Aytib qo'ydim, hayajonlanib ketyapman birinchi marta bunaqa bo'y ko'rib. Sizlardan ozgina intervyu olsak. Keling, bobo. Endi nima desam bo'ladi? Rahmat bo'y uchun, juda ham zirelishni bo'y bo'ldi. Bo'y yo'qdimi? Prosta bollar podeshka qilib qo'yinglar. Aytyapman, boshiga hayajon bizda, hammada hayajon. Bizni homilardan sovg'alarni qabul qila olasizlar Alibaba internet magazinidan. Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Kelganlarga katta rahmat, bayislarga ham katta rahmat. Shu Alibaba internet magazinidan kamgina bo'lsa ham sovg'amizni qabul qilasizlar. Chiroyli bo'y uchun ham rahmat. Endi sizlar bilan bir gaplashib chiqsak yaxshiroq bo'lardi. Nima noto'g'ri bo'ldi? Nima deb o'ylaysiz? Nimaga yutqizib qo'ydingiz? Sabernikim juda ham kuchli. Partirda ham, Balovoyda ham hammasi yaxshi ishlardi. Tanirdim. Buni kuzatganman ko'p, o'zim do'stim bo'ladi. Omadini bersin, albatta. Ringga kirgandagi albatta kuchli yutadi. Kuchli yutadi. Nasibsa, inshaalloh keyingi bo'ylarda bundan ham chiroyli bo'y ko'rsatishga harakat qilamiz. Krasavchik. Avvalambor shu bo'yni tashkil qilgan Rustam Rahmonovga kattakon rahmat. Biz o'zbeklarga berilayotgan shunchalik e'tiboringiz uchun juda kattakon rahmat sizga. Gap yo'q. Rahmat bo'y uchun. Juda ham chiroyli bo'y bo'ldi. Eng muhimi shu. Krasavchik. Siz bilan bir gaplashaylik. Assalomu alaykum. O'z bir tanishtirsangiz. Assalomu alaykum hamma. Adamız Haqit, Xorazmdan. Hamma mer. Ahmet, şu boyun teşkil etkenlerin için. Haberini kime Ahmet, Xudo xolası keyingi jangda. Treneriyim siz. Haparop Aziz. Hingamir Ahmet. Tinovka dadamız Halim Haydzona. Hina Darman mesinde. Harat Pilus Ahmet. Hanım ne oldu? Xorazm salam aleykum. Malades. Поздравляем. Красавчик. Sizlarga kattadan katta rahmat bu uchun. Omadinglar bersin yana bir marta. Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Bo'y yo'qayaptimi? Вообще рубка закона бўлди лекин. Что скажешь про бой? Бой был отличный, красивый, красочный, я бы сказал. Впереди еще ярче бои. Самое главное, зрелищней. Ожидаем. А сейчас хотелось бы представить наших комментаторов, представить гостей наших. Хотелось бы начать с Нажмедина Хаджаева, нашего брата, который нам помогал организовывать этот турнир. Это тренер первой категории по боевому самбо, почетный вице-президент Северо-Западной Федерации боевого самбо России, представитель Международного союза боевого самбо в Санкт-Петербурге среди клубов единоборств среди азиатских стран. Хаджаев Нажмедин. Рамадага. Комментаторов тоже представь, пожалуйста. Теперь перейдем к комментатору. Начнем с русского комментатора. Это Алексей Мучкин, мастер спорта по боевому самбо, действующий профессиональный боец ММА. Бек Исаков, комментатор узбекский язык, трехкратный чемпион Азии по кикбоксингу, чемпион мира по рукопашному бою, многократный победитель международных турниров среди профессионалов по кикбоксингу и по рукопашному бою, чемпион Узбекистана по боксу, чемпион Санкт-Петербурга по тайскому боксу, чемпион Санкт-Петербурга по ушу санида, трехкратный чемпион Санкт-Петербурга по грэпплингу, мастер спорта международного класса по кикбоксингу и действующий спортсмен. Бек Исаков. Бек Исаков. Достаточно. Бетта шум говорили, чунча чемпион вообще. Узбек ММА, чунча, давайте сам, Сасана Кошкан, заслуженный тренер. Рахмат. И
inson uchun eng ulug' ne'mat bu uning oilasi. Har bir inson u haqda g'amxo'rlik qilishga harakat qiladi. Hatto uydan uzoqda bo'lganda ham. Ham yurtim menga Salam Pay ilovasi haqida aytib berdi. U orqali uyimga pul jo'natish ham qulay, ham foydali ekan. Telefoningizga uni o'rnatasiz va ro'yxatdan o'tasiz. Savollar paydo bo'lsa, ilova orqali o'z ona tilimda javob beradigan operatorga murojaat qilishim mumkin. Salam Pay bu foydali kursda amalga oshiriladigan pul o'tkazmalari, jo'natiladigan pul miqdori kiritilganidan so'ng kursni boshqa tizimlar kurslari bilan solishtirish mumkin. Pul o'tkazmasini jo'natish uchun istalgan bank kartasidan foydalanish imkoniyati juda qulaydir. Pul o'tkazmasi raqami haqida ilova orqali darhol xabar berish mumkin. Hammasi oson. Pul o'tkazmasi darhol yuboriladi. Pullarni esa istalgan bankdan olish mumkin. Rafiqam birinchi marta Salam Pay orqali pul olganida menga darhol qo'ng'iroq qildi va u har doimgidan ko'ra ko'proq pul olganidan hayronligini aytdi. Men unga Salam Pay bu komissiyasiz va foydali kursda amalga oshiriladigan pul o'tkazmalari ekani haqida so'zlab berdim. Endi men rublda avvalgi miqdorga teng summa jo'natsam ham oilamdagilar ko'proq pul olishmoqda. Mening do'stlarim uchun ham o'z oilalari haqida g'amxo'rlik qilish juda muhimdir. Shu sababli ularga ilovani o'rnatish bo'yicha ko'rsatmalarga ega xabarni yubordim. Endi men o'z oilamdagilarga foydali kursda va komissiyasiz pul jo'natyapman. Ayniqsa, ilovada o'z ona tilimda javob berilishi men uchun juda yoqimli va qulay. Salam Pay bu yaqinlaringiz haqidagi g'amxo'rliklarga to'la foydali pul o'tkazmalari. Demak do'stlar, ikkinchi parani taklif qilamiz. 60 vesti. Demak, O'zbekistondan, Termizdan Ergashev Ixtiyor. Ergashev Ixtiyor, O'zbekiston, 24 года. Avvalambor, assalomu alaykum. Men Ergashev Ixtiyor, Surxondaryo viloyati Termiz shahridanman. 2018 yil Sankt-Peterburg shahriga kelganman ishlash maqsadida. Ikki yildan oshiq uje men shu Peterda ishlayman. Ish vaqtidan keyin boks bilan shug'ullanib turaman. Sapernigim 61 kg'da. Sapernigim bilan nasib bo'lsa inshaalloh bo'yda oktagonda ko'rishamiz. Inshaalloh men unga chiroyli, zirelishi, yaxshi bo'y ko'rsataman. Улугбек, Узбекистан. Жизак, 23 года. Встречаем. Мирзаев Улугбек. 23 yoshda. Assalomu alaykum. Ismim Ulug'bek, Jizzax shahardanman. Hozirda Sankt-Peterburgda 2019 yildan beri ishlab kelaman. Rustam Rahmonovning Instagram sahifasida mana shu sherlar jangi proyektini ko'rib qolib, shunga zayevlarni tashlagandim. Kassina o'tib mana qabul qilishdi. Rahmat shu bolalarga nima qilib o'zini ko'rsatishga imkon beryapti. Hozirda Metal Profil zavodida klarabshik bo'lib ishlayman. Hamma bayislarga omad. Sapernigim bilan oktagonda ko'rishamiz. Sherlar jangida qatnashishimga oila a'zolarimning qarshiligi yo'q, hammasi duoda. Xudo xolasa, zirelishni yaxshi bo'y bo'lib, hammaga omad, bayislarga.
Ulug'bek. Jizzaxli. Biz sportchi. Jangda professionalni sudyalar sudyis qilmoqda. O'rtada Vladimir Balala lichno bilaman. Международная категория, да, судья. Яш, катта-катта бойлады, я судить хаган. Яш турнилады, М1, Fight Night. Шунага турнилады. Внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем. Головой и локтем не работаем. Затылок, позвоночник, пах не бьем. Сетку, перчатки, шорты не хватаем. Покажите красивый бой. Омат. Боец готов? Боец готов? Судьи, время. Первый раунд. Судитель, лоу кик, чаптап, корпус, боец, козыбучатый боец, озгина, типа бенге барбар, деган, ой-ой-ой, хорош, ой-ой-ой, опа, вот это рука, молодец, боец, хорошо, яхши, 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 вот так, да-да-да, боец, judayam o'zini ko'rsatishga harakat qilyapti. Hamma tomonlama universalligini. Da. Ozgina. O'zini qo'lga olish bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Da. Da, yaxshi. Двойка, judayam. Вот так. Яхши лоу-кик. Кёк бюджетдеги боецимиз Ulug'bek. Оёгига жуда ҳам кўп удар тегизмоқчи. Ой-ой-ой. Ихтиёр. Вот, Эргашев ихтиёр более. Давай. Молодец. Шунака ритмда олиб борса жангни. Тез чарчаб олишади баясларимиз, лекин бу ерда Эргаш ихтиёр яхшироқ. Raqibiga qaraganda juda ham ko'p zarbalarni nishonga yetkazmoqda. Kechirasiz sizlar do'stlar, o'zbekchada olib borish juda ham qiyin. Hech qanaqa o'zbekchada olib bormaganman, rus tilida kommentariy qilgan janglar, lekin o'zbekchada bo'ldi. Хорош. Вот она двойка. Его болтает. Да, снизу. Ой, болтает, его шатает. Да, я думаю, что так можно финишировать. Ихтиёр тоже устал. Да, вот так. В пах попал. Попадание было в пах. Да. Хорошо, видите, как бойцы заряжены очень сильно. Воля к победе бешеная просто. Да. Разбит нос у Мирзаева Ulug'beka. Вызвали врача, оказывают первую помощь медицинскую. Я думаю, что Эргашев Ихтиёр тоже там восстанавливается после удара в пах. Это очень неприятно. Там по себе знаю. Я думаю, что это будет не помеха. Он может дальше продолжить бой. И мы увидим с вами дальше зрелищный бой. Но я вижу, что бойцы чуть-чуть подустали, потому что вот эти акцентированные удары очень сильно отнимают силы. Вот. Акцентированные удары уже кучинола, да, боец армиза? Сал чарчашты, веремча. Мирзаев Ulug'bek там хич чекиниш нияти йўқ. Охиргача жанг олиб бормоқчи. Посмотрим.
Чтобы 10 секунд. 10 секунд холда охрана. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Аккуратно, 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 аккуратно. Вот хорош. Суплекс усули, да. Соперники зашады. Бранч раунд together. Как хорош. Клинч. Активнее. Услуги да тохта полишь. Жанчиларымыз. Айтканымды чарчашта озгине. Чарча полишты. Не подустали. Да, функционал. Стоп, центр. Да, да, заканчивается, заканчивается. Ихтияр уже начал проваливаться. Да. А УД все продолжает подпирать. Характер, да. Да, характер, характер, да, да, да. Тут, тут, да. На характер. Смотри, даже после такого пропущенного удара. Да, 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 хорош. Ихтиор хочет финишировать своего соперника, это видно. Да, да, да. Но Улубек очень достойно, достойно отстаивается, огрызается. Еще один удар. Но я думаю, что такой акцентированный удар в пах не было. Тут я думаю, что Ихтиор хочет чуть-чуть растянуть время и чуть передохнуть. Для Улубека опять там врача позвали в угол, чтобы оказать первую помощь, потому что еще пару ударов пропустил с ходу боя, и кровь продолжает идти из носа. Это очень неприятно и очень большие неудобства предоставляет, так как боец, я знаю, что когда нос ломается или разбивает, кровь заливается в нос, и, соответственно, дышать бывает труднее. Но, несмотря на все эти невзгоды, Мирзаев Улубек очень достойно, достойно ведет бой. Несмотря на многочисленные пропущенные удары, он идет вперед, он огрызается, отстаивает, ну, показывает волю к победе своей. Либо врач снимает, либо оставляет тампон. Снимать не надо, потому что он бьется достойно. Тут сечки нету. Снимать. Ну там разбил нос. Я думаю, что не стоит снимать сейчас. Потому что у него сейчас этот момент может быть там ключевым, потому что Ихтиор очень сильно устал. Он может сейчас забрать раунд и третий тоже. Да, очень жаль. Очень жаль. Ну, Мирзаев Улубек. Из-за бур-бур-бурны, да, хонкетеп. Вот кизганы сабабли, да. Ильяшев Ихтиорге. Дальше, ну, бой қылышқа рұқсат бермеді врач. Шу мұнасабат билан қызыл углда Ергашев Ихтиор ғалаба қозонды. Табриклейміз Ергашев Ихтиорды. Бірінші ғалабасы билан президентке Мирзаев Улубекке. Бұл ең бірінші очередьте бұл спорт. Жүдеям, вообще рубка мощный болды. Бір-екі өзіңіздің пікіріңізді айтсаңыз. Авалому рамага, ассалому алейкум. Бу қиян рубрика вообще зор. Шунга нима деймиз? Шу масофирда юрган ҳамма дўстларимиз, биродарларимизга берётган бу шароитингиз, имкониятингиз жуда яхши. Бойдан вообще бомба. Так ва гап айтган. Бу спорт, есть поражение, есть победа. В следующий раз будем победить. Рахмат. Ихтиор. Это был очень красочный бой, у вас была настоящая заруба. Вы показали прям львиную битву. Красавчики оба. Шерлар. Скажи, пожалуйста, скажи. Аламу рассаламу алейкум хамага. Спасибо за поддержку. Спасибо за то, что вы организовали такую львиную битву. Спасибо большое. Рустама Рахмонова, где я тренируюсь. Тренерам всем, всем землякам, всем Узбекистан. Салам алейкум. Спасибо за поддержку. Главное тебе спасибо и твоему сопернику.
Bizi homilarda sovg'alar qabul qilinglar. Katta rahmat sizlarga, moshni bo'y. Udachi. Demak, do'stlar, shu bilan bir qatorda hozir homilar haqida ham bir-ikki og'iz gapirib o'tmoqchiman. Lazzat food. Колбасалар, халол колбасалар. Дуслар, хамма лаззат фуд хақида маълумотларни ссылкада ҳам описаниядан қолдираман. Мошни колбасалар. Объяви следующую пару. Да? Спасибо. Алаяров Алихон, Узбекистан. Ургенч, 25 лет, 66 килограмм. Встречаем! Assalamu alaikum, ben ismim Allahyarov Alixon, Xorazm viloyati Urganch shahrindanman. Sankt-Peterburg shahrina 2014 yılda geldim ishlash maqsadında. Shu Sinnoyda Grifon klubunda 2 yil trenirovka etdim, ishdan keyin baraladim trenirovka, vustupat etdim bir yerda. Sopernik Sherzod, yaxshi bola, bayis, xaroshi. Аллах халаса омад тилиман, без травма. Яхши бой көрсатиш ҳаракат этамиз, Аллах халаса. Шу қўллаб-қувватлаб турсангизлар. Узбекистан, Термез, 26 лет, 66 килограмм. Встречаем! Ассаламу алейкум, менің ісімім Шерзод. 1994 жылы Сұрғандарай вилаяты, Жарқорған туманында туылғанмын. 2019 жылы Санкт-Петербургке келгенмін. Хазірде стройкада ішлеймін. Иншааллах. Албатта, яхши жанг кўрсатишга ҳаракат қиламиз, сопернигим билан. Сопернигимга ҳам омад.
партнеры работаем дольше, чем раньше. Покажите, если будет. Оглам. Оглам, оглам. Рустам Рахмонов, хаммага омад тилади балларга. Бойди кутамиз, дўстлар. Боец готов? Боец готов? Судьи, время. Алихон ва Шерзод. Бой бошланди. Ух ты! Қаттық локик и Шерзод үстіге, Алихан үстіге шығып. Партерді ішлейіпті. Бақа актемді үсті ек, ну, кәтті харакет болейіпті, достлар. О. Положение өзгерді, қазір енді Алиоров Алихан. 30 дақиға түгеді, қазір түгеді, түргізді трефери. Бой! Бой башланды, достлар. Экелесінен уруыны бір хыл өзіге. Нолайық екен. Енді мәне. Кім? Яна партер да боллар ішті шепті. Активен еш партер. Судья активеністі требует келет, агар активеніс болмаса, судья тұру үйгізеді. Мен ударлар бұлар, некелесе әмірдің ұдар қылды. Яна қалат ұғылды. Әлі қанышады. Бәр, достар. Қала жейіне, ұяққа 50% бәк, 50% бәк өзгәрі епті қарғанады. Активный спартер требует клетки, судья. Стоп, стойка. Доллар. Бринч раунд кет двор, еще не берем авто. Время! Бой! Один город Ургенч, другой город Стермис. Стермис. Достлар, 10 дакика қалды бірінші раундке. Лекин балалар чорпшы, балалар чорпшы қалышты. Ой, молодец, мана обмен ударлар, бұл әкелесен, бұл әбмен ұдар. Бірінші раунд үзәрі, достлар. Күтіп қаламыз азыр, мана. Яна обоюдный зарба кетті, достлар, бір-біріге. Шерзод ва Алихан Арташдан. Врачке чақырды, сечке. Остановите время. Я думаю, что... Да, достлар. Катты сечке болды, дейіпті. Бойды тоқтатып, қойышым мүмкін.
Врач görüyor hazır. Да, бу достлар. Қаттық сечке оркалик. Доктор. Демак. Алиёров Алиёв фонды снимать кувар. Лекин зор бой еді, зор бой. Учагдаги спортчы Шердос Алапа Хозонды. Мамарасулов Шердос бойды үшті. Показали ваш красочный бой. Шердос, екі оғыз бой сақыды гапырсыз. Соперник сақыды. Говори, какие? Говори. Я при. Я все молчу. Ты победил. Скажи. Красавчик. А нет, дальше там берем, дальше больше. Ateşas. Gabriel, Nasan. Homilarda sol olarak kabul edildi. Многие хотелось бы соперникову тоже правильно сказать, что в ходе его положения, да, но это было... Он достойный, достойный соперник, просто у него сечка, поэтому доктор не разрешил. В самом первом очереди это здоровье. Да, просто этнически, это никто такой. Просто доктор снимал за это нарушение. Demak do'stlar, yana bir mehmonimizni taklif qilmoqchiman. Dilshod aka, aka keling, sizlar bir ikki o'z sportchilarga turnir haqida fikringizni aytsangiz. Sog' bo'ling, aytasiz. Kelish xursandman aka, juda ham xursandman. Biz hozir YouTube'ga bir nima san bo'ladi? Moshka shou qilmoqchimiz, eng birinchi o'rinda sportni poddeshka qilish. İkinci örneği bomba, aynı sport manşetlerinin zararlı operasyonu yapıyoruz. Şahsen propaganda zamanımız, çünkü örneğin kumya dövmesi, bomba dövmesi görüyorsunuz. Çünkü bir şey Черлар, Иван, можешь объявить. Хурамов Сардур, 77 килограмм. Демак, достак, в Хурамов, Хурамов Сардур, 77 килограмм, да. Встречаем. Хурамов Сардур. Музыку, музыку. Диджей, музыки, пожалуйста. Хурамов Сардор 77 килограммда. Тренер Максим Кулдашев. И его соперник Наматов
Дастон, 77 килограмм. Емагу Нинграхибе, Наматов Дастон, встречаем. 77 килограмм. Встречаем. Омат болды. Давай, Сардо. Боец готов? Боец готов? Судьи, время. Первый раунд. Бой! Давай, Сардо. Бек из Душанбе парень вышел в игру, да? Александр, да? Это его очень его. Не, не его. Он не знает. Ой, ой, удары после малоточные. Малоточные удары. Да, шли. Молодец. Рамов Сардор добивание блан выигрывает бой, да? Да, корпус. Иван Кесля, Алабаны. Хурамов Сардор, Кызыл. Хурамов Сардор, победа. Хомилармызда соғалақ қабы қоласы. Достон, нема не так бөлді. Екі оғыз соперник хақыды. Аула, салам алейкум. Четкий. А вот набор сизге рахмат. Наш бедный аке. Рахмат аке сизге. От души. Четкий бой был аке. Рахмат. Достойно тебе спасибо большое. Это был достойный бой. Позырин. Сардор, уверенная победа. Зрелищно. Скажи, пожалуйста. Всем ассаламу алейкум. Спасибо мой тренер Максим Кулдашев, спасибо мой брат Алхам Аке, все, Салам Аке, спасибо. Я не ожидал своей земляк, я ожидал, который негр. Где он? Тайсон Джон. Тайсон Джон. Я от этого ждал. Где Тайсон? Эй, давай, где Тайсон? Дайте мне следующий бой Тайсон Джон, давай. Если ты мужчина, за слова отвечай. Давай, я тебя вот 8 клетки, я тебя жду. Давай. Тайсон Джон, вот тебя поняли, ждем. Приняли. Соперник уже есть тебе, Тайсон. Сардор, ты сказал, мы это услышали. Спасибо тебе. Омат. Рустам, объяви, пожалуйста. Хорошо. Значит, это бой я ждал. Я думал, это бой не состоится.
Özbekçası yama et ama. Ben bu imine iki taş yerde kutugandım. Ben öyle avdım ki bu boy bömeydi deyip. Lakin kanakangidir çurda bile boydu köredigen böldük. Cüdeyem kızık boy böladı kuda koklası. Körüp goku bölamız. Demek birinci bölüp. Yoldaşev Şuhrat, Özbekistan Termizdan, 29 yaş, 78 kilogram, boyu 1.71 santimetr. Kutu kolamız. Yoldaşev Şuhrat. Yoldaşev Şuhrat, Özbekistan Termiz, 29 лет, 78 килограмм. Встречаем! Мен Юлдаш Шухрат, Сухонарь Олус, Терме Шахрадаман. Бокс билан мунтазам шуғулланиб келаман. Бир неча мусобақаларни юткаман. Шу Ченлер жангини Рустам ака Instagram сахифасини кўриб қолдим, шунинг учун ниятим бор. Ўша нима соперниким билан кўришдим. Кучли борис экан улар. Келишиб нима қилдик? Ko'rishdik, shu bilan jang qilmoqchiman. Uydagilarim ham qarshi emas, hammasi rozi. Shamil avtogonga ko'rishamiz. Демак унинг рақиби Гусейнов Шамил, Россия, Каспийск, 24 ёшда, 80 килограмм, 1.76 сантиметр. Гусейнов Шамил, Россия, Каспийск, 24 года, 80 килограмм, и он у нас военнослужащий. Встречаем! Шамиле рассказать, ко мне ходит, он тренируется уже год под моим руководством. Хороший ударник, неплохой ударник, хороший борец. Что, в будущем бою желаю ему удачи, всех благ. Идем за победой. Всем салам алейкум. Приехал сюда в Питер обговорить насчет контракта М1. Через месяц, иншалла, уже должны. Обговорил, нормально все прошло. И как раз другу там, своему Шамилю Гусейнову, тоже помог насчет боя. У него сейчас 23 числа бой с боксером, что ли, каким-то. Короче, все нормально прошло. Сейчас вот жду контракта и все. Есть команда тоже. Называется ХА, насчет моих друзей, которые сейчас чуть в тяжелом положении. Иншалла, я думаю, скоро все наладится на свои места. Всем салам алейкум, скоро увидимся везде. Меня зовут Шамиль, фамилия моя Гусейнов. Я выступаю за клуб Фицепс, называется. Это такой большой в Горелово торговый комплекс спортивный. И за этот клуб сейчас будет, тут команда бойцовская создалась, называется ХА. Хэй, Дольче Кабана, я в честь наших друзей Гусейна и Адама. У них же тяжелое положение, но иншалла по воле Всевышнего все будет хорошо. И вот на данный момент уже на турнире Рустама Рахмонова я буду драться. У меня соперник тоже очень серьезный, как я слышал, профессиональный боксер. Но кто бы там ни был, иншалла, я $3000 заберу и по всем пройдусь. На свой вес имеется в виду. И хочу, конечно, большое спасибо сказать хозяину этого Фицепса Александру Мухаммаду за все то, что помогает. И Андрею Серебрякову. Ну и, конечно же, моему тренеру Юнусу, как говорится. И Саня, менеджер, надеюсь, ты побольше боев будешь делать и мне, и как бы
моему брату, короче, одним словом. Чтоб команда Хусейна Адам бомбила конкретно. Суетится. Да. Шамиль суетится. Что он делает? Кобру включает, кобру. Конора включил, походу. Бойцы заряжены. Ой-ой-ой. Проход. Шамиль понял, что там горелым запахло. Да. Он уже прошел в ноги. Размен ударами. Ой-ой-ой, Шамиль вообще не понимает, что происходит. Да-да-да. Амплитудный очень бросок в исполнении Шамиля. Нельзя, да, подсказывает, да, да. Колено, но здесь нельзя колено. Сейчас в таком темпе опять бойцы устанут очень сильно. Столько сил тратят. Да, они оба устанут. Я не знаю, там, что он делает, но... Пытается имитировать ударку, но очень коряво. Ударка у обоих бойцов. О, хочу сказать, они друг друга стоят. Оп, хорош. Колено. Хорошо, Шамиля, очень хорошее колено. И сразу прошел. Ой, бросок отличный. Сразу садится в грудь. Вау, забрал. Забирает, да. Ух ты! Забегать надо, хорошо, не успел, да, закончить. Да, бойцы устают очень сильно. Болды, ситуация накаляется. Раунд закончился, да. Второй раунд. Да, чё там? А, бойцы
пытаются изобразить. Ждут, да, оба ждут, да. Да, каких-то высококлассных бойцов. Кому-то пародируют. Особо непонятно, на кого. Посмотрим. Они оба, да, осторожничают. Потому что Шамиль, когда пропускает от Шухрата, ему очень неприятно. И также, когда Шамиль начинает... И в таком весе скажи, да, что да, любой да. Удар от Шипчина, да, это да. Опасно. Смотри, ох ты, смотри. Смотри. Хорошо, несколько амплитудно, мощный удар, наносит Шухрат, и Шамиль спасается в борьбе. Бойцы лежат в портере, скорее всего, сейчас поднимут. Ух ты! Только донес два удара, и сразу же время портера закончилось. Их поднимают. Да. Ну, Шамиль... Руку отпускает больше. Почему руку отпускает, не знаю. Но он борец видит. Больше, не ударит. Но все равно он руку должен держать. И пустых ударов. Профессиональные бойцы, да. Силу много тратит. Да. Тратит много силы. Ну, здесь уже кому повезет, значит, получается. Это бой обе одинаковые, да. Опа, очень хороший удар. Давай. Эй! Что? Он что-то какой-то непонятный. Плохо себя ведет. Кто? Бойцы опять заряжаются. Кто он сидит? Друг друга. Инициатива. Да проиграл, все виноваты, короче. Дабы кроме... на встречку попасть. Поймать друг друга на ошибке. Шухрат заряжается на удар. Шамиль, скорее всего, вот так, да. Размашистые удары. Второй раунд. Короче, решает второй третий раунд. Да, погнали, да. Шамиль стоять нельзя, ему надо работать. Конечно, раскачивать его. Да, он пропускает, да. И один мощный удар, пару ударов. Он может на силу отправить. Брат ждет его. Пытается пройти, обмануть его и пройти. Сразу же подсаживается, когда он раздергивается. Ух ты! Хороший левый боковой. Какой удар после. Исполнение Шухрата. Опа! Ох, хороший удар. Еще раз на выходе левый боковой зацепляет Шухрат. Да, ситуация накаляется. Очень заряжен, хочет вырубить прям со стойки. Да, Шухрат, видим, что он более ударкий заточен. Руки мощные, да. Опа! Хороший удар и удачный. Да, он касается борьбы, но Шухрат ему не дает перевести себя в портер. Просто грузит и ждет, пока поднимет. Да, по корпусу пару ударов, хороших с правой руки попадает Шухрат.
по корпусу Шаделя. Опять бойцов на стойку возвращают. Они понимают, что... Вахтов ловят харакатрилы. Удары могут быть роковыми. Шухрат очень заряжен. Более собран. У него есть понимание в голове, что он будет делать. Шамиль, мне кажется, дезориентирован. Он понимает, как быть. Хороший удар. Левый боковой еще раз. Отлично. Шухрат попадает. Опа. Размен ударами, но тут опять же точнее был Шухрат. Шамиль переводит, да, есть перевод и концовка. Я думаю, что Шухрат выиграл. Последний перевод за Шамилем. И первый раунд был такой. На втором раунде выиграл Шухрат. Я думаю, что Шухрат выиграл. Дослав, бой хакден, вадил Дослав. Зрелищный. Это был напряженный бой, напряженный. Победил Гусейнов Шамиль. В общем, решением судей. Вот, ну а, Шухрат ага, харай, да? Вот судьяла чундрыши мумкин, да? Судьяла. Пачкам деганда. Партерге нече марта олды, да? Мана көпчелік өлтүрпті. Ма, намама, судьялар балки өзларыны мақылады. Можете вот это комментировать, да, вот это бой? Первый раунд победил синий. Второй ничья. Третий по последнему движению синий перевод сделал. Ему победа. Давай, Шухрат ага. Ага. Это было очень напряжённо. Бошланышку. А? Йо, ага, біз өзімізді организацияда судья йоқ. Біз анимат қыламыз, ага. Минимальная победа по очкам. Ага, чесі бімады бойлик? Мали, берілік, чесі бімады. Йо. Шо да? Это был действительно напряженный бой. Реванш! Реванш был готов? Реванш! Тайор мы сыс? Сейчас Шамиль скажет. Сколько по времени хватит у... Шамиль, скажи, пожалуйста. Месяц. Рахманович, у меня вопрос такой. А вы в этот промоушен не подпишетесь, чтобы я с ним дрался? А? Тут же отбор же идет, правильно же? Да, да. Не-не, я имею в виду, зрелищный бой получилось. Вот видишь, судья, ну как бы, все, ты же сам слышишь все. Слушай, я имею в виду в промоушен, подпишешься меня? Конечно, конечно, ты чё? Я же отбор прошёл. Конечно. Да, да, да. Месяц, ага? Я эту победу хочу своим друзьям посетить, которые сейчас в тяжелом положении. Хусейн Адам и своему отцу. Хусейн, держись, все четко будет. Скоро выйдешь и будешь бомбить. Спасибо тебе, Шамиль. Спонсорлар, да. И наш Медину, и Яли. И Саня тоже. Что побольше боев делал. Красава. Шухрат ага, бройдан кет айорсыз. Хамага рахмат. Хамага соу омат, бақыт тілеймін, соу ойынла. Урсамак сізген соу лайк, а? Габ йоқ, зөр бой, бұ бойды ман күтудім, серьезно. Шухрат, это был достойный бой, напряженный. Сразу сагласаваться қылыйла, ако? Зөр, бройдан кет, ага реванш. Бұл адып? Омадзе берсен. Красавчик. Спасибо.